Бывает такое духовное ощущение, что что-то сегодня будет. Бывает, когда ты приходишь и чувствуешь, что что-то ничего не чувствую. А бывает раз и чувствую, что что-то будет. И вообще Писание говорит, когда мы приходим на богослужение, нам надо всегда иметь ожидание. Знаете, сегодня проповедь называется такая простая. Я буду сейчас серию проповедей делать о молитве. Я учил под целый месяц вас CVDIP. Завет, видение, мечта, образ и практика. Молодцы. Учил вас, что такое молитва по пунктам. И сейчас еще буду учить о молитве. И тема проповеди называется «Сила посвящения». Спроси себя, вообще ты посвященный человек? И что для себя важно, вот, что такое посвящение? Что такое посвящение или посвященный человек? Или символ посвящения. Я однажды как бы знал такую вещь. Я вот для себя это открыл, эту тайну, силу посвящения. Однажды, ну, как бы у меня сложное детство было. Не знаю, наверное, как и у вас, и у многих детство сложное. Как бы мать без отца воспитывала детей, потом дочка родила и внуков. Она еще внука воспитывала, на двух работах работала, чтобы в школу собрать с огорода, на рынке продавали картошку, всякую фигню, вот эту, что выращивали. Потом в 13 лет я пошел на бокс, и у меня пошло, и мне дали стипендию, рубль в день талон, как хорошему боксеру. перспективному. Рубль в день, это 6 рублей в неделю, 6 на 4, 24 рубля. Мужик зарабатывал 120 рублей, работал, а мне 24 рубля, 13 лет, аллилуйя. Холодильник забит мной. Дома продукты покупаю уже я. Класс. И я понял, что, знаете, что... Бог меня выведет в люди. Потому что я почувствовал. Вот это моя золотая жила, бокс. И я посвятил себя всему. Все, что у меня было, я посвятил себя боксу. С 5 класса. Я утром не ходил в школу, ходил утром на тренировку. Потом с тренировки, может быть, на последний урок 2 попадал в школу. Для учителей я был, мне завуч говорил: «Матюжов, ты же боксер, ты же тупой, ты же не учишься». А я потом еще на вечернюю ходил на тренировку. У меня результаты настолько сильно пошли, что я в сборную страны попал. И да, я где-то учился, наверное, в школе, наверное, месяца 3, наверное, в общем, в году. И да, я до сих пор спешу с ошибками. Ну, я стал чемпионом России, двукратным, трехкратным призером России. И это посвящение, которое дал мне в боксе, мне бокс открыл двери к политикам, к бизнесменам, к бандитам, к разным людям. До сих пор. Мой тренер говорит: давай я тебе свой спортзал отдам, назовем именем Матюжова, потому что ты как бы легендарная личность в боксе, в Кузбассе. Все это вопрос посвящения стало. И это посвящение, оно привело меня на высший саммит. И потом я встретился с Богом. Я подумал, если я так был посвящен спорту,
и это меня вывело, то если я буду посвящен Богу на 100%, это еще сильнее меня выведет. Я начал то же самое делать в Господе. Какие, знаете, некоторые люди, крест надо выучить там за полгода, там за год. За неделю посвященный человек выучит. 10 писем там или еще что-то надо. За 2 года какой? Посвященный человек это быстро сделает. Посвященный человек – это человек жаждущий. И мы все прекрасно знаем с вами, вот мы рисуем это. Бог сотворил человека из праха земного, вдохнул дыхание жизни и стал человек душою. Вы знаете, есть жажда плотская, посвящение плоти. Наркоман, если он хочет шурнуться, он посвящен этому делу. Он все, что думает об этом, как шурнуться. Потому что его, он посвящен плоти. Аминь. Блудник, который хочет чпокнуться. Он целыми днями в молитве 24 часа на 7. С кем замутить? Он посвящен. Похоть плоти у него есть, он посвящен этому. Есть жажда души. Есть жажда духа. И посвящение, оно именно касается о том, что чего ты больше жаждешь. Вот прям вот, знаете, что такое молитва? Молитва – это четкий разговор, что неважно, молитва духа или размышление души, или желание плоти – это все молитва. И мы всему этому посвящены. И вопрос, какой источник в тебе, вот чего жаждешь ты больше? Что, какое посвящение внутри тебя, внутри вот эта жажда, чего у тебя, жажда, почему у тебя? И когда я учил вас о том, что когда молиться, вы знаете, что такое в молитве? Первое, что? В чем Божья воля? Второе, какое слово Бог вам говорит? Третье, герои Библии. Четвертое, Божий план, да? Пятое, что? Что буду делать? Да. У нас сейчас очень много нас смотрят новообращенных людей. Да и здесь уже есть люди, которых я еще вижу недавно в церкви. Я хочу сегодня поговорить о Самсоне. Книга Судей. Давайте книгу Судей, если кто хочет, прочитайте о Самсоне. Бог выбрал Самсона, сказал матери, не стриги его, посвяти его Господу. И он вырос в посвящении Богу. Его растили, говорит, ты посвящен Богу. Не стриги волосы, это знак твоего посвящения. Представляете, он с какими косами был, да? И он был сильный такой, вау, мощный атлет, судья Израилева. И никто не мог его одолеть. Вы знаете, посвященных людей нельзя одолеть. Скажи своему соседу, посвященного человека невозможно одолеть. Вот я в спорте. Надо идти на тренировку или вечером, а мне пацаны, пойдем в клуб. Я говорю, нет, я иду на тренировку. Да ты что там туда-сюда? Посвященный человек убирает все ради цели.
И посвященного человека невозможно одолеть. И единственное, как можно одолеть посвященного человека, это убрать у него посвящение. Мы часто это в уроках говорим, что верность и постоянство – это сила посвящения. Посвященный человек. И посвященный человек, он себя определяет, ну, ставит для цели. И вот был такой хороший пример Самсон. Посвященный человек. И враги думали, как же лишить его силы. И они нашли женщину красивую, Далида. Они заплатили ей деньги и сказали, узнай силу его посвящения. В чем сила его? Они не знали, они сколько раз его пытались. И давайте вот 16 глава и прочитаем с 11 стиха. Даже 10. «И сказал Далида Самсону, вот ты обманул меня и говорил мне ложь, что теперь мне чем связать тебя. И сказал он ей, если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки, связала его и сказала ему, «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказал Далида Самсону, «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал, «Если ты воткнешь 7 кос головы моей в ткань и привьешь ее гвоздем в ткванной колоде, и прикрепила их к колоде, и сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул тканную колоду вместе с тканью. И сказал ему Далида, «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною?» Что больше всего хранимого надо хранить? Что блудницы хотят забрать? Сердце. Что дьявол хочет забрать? Сердце. Он говорит, сердце твое не со мною. И с кем должно быть сердце? С Господом. Аминь. А сердце, вот ты трижды обманул меня и сказал мне, в чем велика сила твоя. И как она словами своими тяготила его, всякий день и мучила его, то душе его тяжко стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал, бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если отстричь меня, то отступит меня сила моя, и сделаю слаб, и буду, как прочие люди. Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послал и звала владельцев филистимских, сказав, идите теперь. Он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руки свои. И услышала его Далида, и усыпил его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велел ему отстричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступил от него силы его. Она сказала филистимлянам, идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь. И не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его, выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Аминь. История. Я уже 25 лет пастор, 28 лет верующий, и я знаю, что люди повторяют одни и те же ошибки. И история в основном циклична. Как всегда все идет. Бог дает завет, которому ты должен посвятить
посвящение. Если уходит посвящение, приходит что? Религия. За религией приходит проклятие. Бог посылает человека, который говорит о завете и восстанавливает завет. Так история всегда была. И всегда, когда мы приходим к Богу, сколько я раз видел, приходит человек к Богу, получает завет, посвящение, освобождение, все. Но через какое-то время смотришь, он стал религиозным. И уже духовной силы нету. Духовной силы нету. Раньше он так жаждал Слова Божьего, так бежал в церковь, так молился, так проповедовал, так жертвовал. Потом приходит время, это я уже все знаю. Мне это уже не важно. Можно быть с Господом и не ходить в церковь. И ты смотришь, через какое-то время уходит духовная сила от человека. И он слепнет. Филистимляне схватили его и выкололи ему глаза. Пришла духовная слепота. И вот я хочу говорить о том, что посвящение... Что такое посвящение? Посвящение... Это приобретение первое. Приобретение видения. А если ты в религии был, то восстановление. Видение. Приобретение видения. Есть духовное видение, есть плотское видение и есть душевное видение. Допустим, если человек алчный, он всю церковь начинает рассматривать. Кто-то из вас, может быть, приходил, я помню, у меня друг пастором потом стал, Ковалев, бизнесмен. Он пришел, посчитал, сколько людей в церкви. Так примерно так прикинул, так десятину дают. Так, сколько же денег тут? Что-то слабенько тут с деньгами. Бизнес здесь не построишь. Ну, каба. А, ну, там была маленькая церковь. А кто-то вот приходит и все насмотрит через бизнес. Вот он алчный. Он посвящен алчности. Он деньги, деньги, деньги. И он на все смотрит через призму чего? Через призму денег. Сетевик, если придет в церковь, представляете, что он видит в церкви? Вот она аудитория. Целая сетевая аудитория. Если пастор даст мне кафедру и скажет, что Амвей там или там Марике или еще какие-нибудь, это лучшая продукция. Вот они прибывают. Почему? Потому что он не духовно видит, он видит сразу деньги. Потому что у душевного или плотского человека у него посвящение и видение на «я, мне, мое». Он не видит духовные вещи. У него тяга к мирскому. Тяга к мирским вещам. И поэтому люди, когда духовно мертвые, Ефесянам 2:2, Ефесянам 2 глава, и вас, мертвых. Что значит? Вы духовно мертвые. Вы духовно мертвые. Чему вы посвящены? Вы посвящены я, мне, мое. И видение о том, как машина, как квартира, как отдых, как, вот знаете, вот на все смотреть только с плотской точки зрения. И когда ты приходишь к Господу, я вот, ну, просто сейчас открываются духовные глаза, ты начинаешь понимать.
Бог – это Слово, Бог – это Дух, Бог творит историю, Бог творит волю. Я – духовная личность, от Бога зависит моя судьба. Ты принимаешь Христа, начинаешь это, учиться, начинаешь двигаться. Твоя жизнь меняется. Что такое духовно возрожденный человек? Он начинает видеть духовный мир. И Библия говорит о чем? Что есть два мира. Есть духовный мир, а есть физический мир. И только духовный человек может видеть духовный мир. А человек духовный мертвый, он не видит духовного мира. Он видит только вот бабки, деньги, семья, что там еще ему надо. Он только это видит, он только этим и живет. И поэтому Писание говорит, Иисус когда учил, он говорит, что он говорил всегда, говорит, имеющие уши должны что? Слышать, а имеющие глаза должны что? Видеть, что такое? Они же видели. Они не видели духовного мира. И часто происходит такой момент. Мне говорят, пастор, тебе надо 10 уроков и 20 уроков записать в Москве. Я говорю, почему в Москве? Вот ребята с Иркутска приехали. Почему в Москве? Он говорит, твои проповеди в Кемерово отличаются от проповедей московских. Другая аудитория просто сидит. Немножко молодая в Господе, чуть-чуть интеллектуальней, кругозор пошире. Я говорю, здесь ты жуешь, ожевываешь все, чтобы люди тебя поняли. Тебе надо вот для элиты записать уроки. Я говорю, ладно, как-нибудь выберем время. Ольга, вы это. Но я хочу, чтобы вы это поняли. Что душевный человек не может судить духовного человека. Почему? Потому что о нем надо судить духовно, а он не понимает духовные вещи, он не видит духовные. У него глаза слепые. Он смотрит на видимые вещи, как одет, какие недостатки и все что-то. Только ты начинаешь говорить о духовных вещах, что душевный человек всегда начинает? Он тебя сводит к мирскому. И ты смотришь, человек вроде бы вот раз освободился от наркотиков, еще какие-то вещи, чудеса произошли. Все классно, люди спасаются, двигаются, все. Проходит какое-то время, появляется Далида. Что Далида хочет сделать? Я не говорю, что женщина дьявола. И не про женщин сейчас речь. Но Далида – это прообраз сатаны, прообраз мирского образа жизни, который тебя тяготит к мирскому и начинает тебя направлять, твой взгляд на мирские цели, на мирские ценности. Какое служение Господу? Деньги надо зарабатывать. И вместо того, чтобы иметь духовные желания, начинаются появляться мирские желания. И сегодня, если посмотреть, допустим, мы должны в себе задать вопрос – от того, какие у меня внутри желания, это говорит о том, что какой я. Если у меня мирские желания, значит, у меня надо мной правит плоть моя душа. Если у меня духовные желания, у меня желание, да будет воля твоя, Матфея, 6 глава, когда Иисус учил. Отец наш небесный, да святится имя твое, да будет что? Царствие, да будет воля твоя. Да придет царствие, да будет воля твоя на земле, как на небе. Духовные желания, они желают, чтобы Божья воля совершалась во мне и через меня. Духовный человек, он начинает смотреть на все, делать духовный анализ, какой три сегодня, какие у меня встречи, как Божий план происходит. Он начинает на все это смотреть, развивается ли Царство Божие или нет. Он начинает все это анализировать. Почему? Потому что он этому посвящен. Он говорит, пока не начну видеть духовными глазами, все остальное видение не имеет значения. И Самсон, он ослеп. Почему он ослеп? Потому что он ушел от посвящения. Он остался евреем, да. Он остался верующим, да. Но ты видишь, ну нету в нем посвящения. Все, он ослеп. Он что начал делать? Он начал работать. Говорит, в доме раба, да, в доме рабов что?
молол жернова. То есть он крутил, он как осел стоял и жернова тащил вот так. Все тащил. Ты смотришь, вы знаете, там, где сердце ваше, там и жернова ваши. Что ты крутишь, что ты мелешь? Помело свое, посмотри, что оно мелет. Из сердца доброго выходит доброе сокровище, выходит благословение, выходит Слово Божие, выходит благодать. А если сердце написано мирское, то оттуда помело распри, споры, разногласия, все осуждение, гнев, любовь к мирскому. Я кому-то сейчас говорю или нет? И сразу по словам, по взглядам можно увидеть его посвящение. И поэтому гусь свинье не товарищ, извините, я полетел, я птица не гордая. Отойди от человека глупого, у которого не замечаешь разумных уст. Аминь. Потому что что толку, ну, это два разных вида, два разных взгляда, свинья и гусь, понимаешь? Два разных человека, ну, два разных, один на небе, другой на земле, понимаешь? Один от высшего, другому от нижнего. Ты не сможешь, это два разных вида, два разных взгляда. И когда говорят, мы хотим семью создать, посмотри, какое видение у твоей будущей жены, посмотри, какое посвящение у твоего будущего мужа, какие взгляды, один будет летать, другой будет ползать. Поэтому все желания души и плоти, оно написано «я, мне, мое». И что, если написано «я, мне, мое»? Это шесть состояний неверующих. Что это? В Библии сказано, это грех. Что такое грех? Желание мирского. Жить ради мирского. Достигать мирского. Что толку, если человек приобретет весь мир? Ну, душу свою потеряет. За какие деньги он купит душу свою? Желание мирского. Вот это и есть грех. На что купился Самсон? На красивую Далиду. На сладкие ее речи. Может быть, она сейчас это самое... Что это, в Бытие 6 глава написано? Сыны Божии увидели дочерей человеческих. На что они купились? Почему в Библии чаще всего мужиков предупреждают, говорят, бойся блудницы. Много царей упали от блудниц. Бойся. Почему? Потому что говорит, умножается богатство, не прилагая к нему сердца. Почему? Потому что видеть мирское... Это грех. И желать мирского – это грех. Поэтому очень много людей начали духовно, галата написано. Как же вы, начав духовно, заканчиваете плод? Начав духом, заканчиваете плотью. Как? А вот так вот просто. В нашей жизни всегда, я знаю, это всегда есть. Мне, знаете, почему меня зовут там, в Москву, там, на Бали приехать или еще как-то? Говорит, легко идти за локомотивом, легко идти за этим самым, как его, ледоколом, потому что, как бы это, ты идешь, пастор, движение создаешь, а за тобой просто идешь, двигаешься туда-сюда. Ты уходишь, и ты понимаешь, что тебе надо быть локомотивом, а ты локомотивом не можешь быть. И потом, если ты локомотивом не становишься, что происходит? Ты начинаешь плавать в реках мира сего. Ты религиозный, но ты не создаешь течение. А мы говорим, нужно создавать течение благовестия, надо создать течение проповедования. И когда ты смотришь, допустим, проповедники, вот мы вот в интернет сейчас сделали, с Сашей разговаривали, говорит, что есть проповедники, красиво проповеди говорят.
Но после них ничего не хочется делать. Вот выслушал, выслушал красивую проповедь. А выходишь, а что делать-то? А ничего не надо делать. Течения нету, ничего не создается, ничего не желается. Есть люди, которые говорят, да мне плевать, все, что будете вы, не будете делать, я буду делать. А кто-то говорит, если вся церковь не будет делать, и я не буду делать. У всех корни не растут, и у меня не будет расти. Никто не проповедует, и я не буду проповедовать. Никто не жертвует, и я не буду жертвовать. А куда ты тогда, понимаете, не бывает такого. Если не имеешь духовного видения, войдешь в душевное видение, плотское, проклятое. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Аминь. И поэтому всегда надо в себя заглянуть, какое видение в моей жизни, какая мечта в моей жизни. Вот, какое видение записал. Какое видение в моей жизни, какой завет, какая мечта в моей жизни. Чего я больше жажду? Я помню, когда было три человека, пять человек, шесть, семь, восемь человек в церкви. Я жаждал, чтобы в церкви было 100 человек. 1000 человек жаждал. Я орал, мне говорят, что ты орешь? Я говорю, я 1000 проповедую. Да, говорит, нас 5 тут сидит, 10 там. Мне не устраивало, что было 5-10 человек. И ты просто шел и проповедовал, хотел, чтобы больше, 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 больше. Одна церковь, хорошо, надо вторую, надо третью, надо четвертую, надо пятую. Но в то же время я видел некоторые люди, которые спасались. Через какое-то время, все классно, а потом куда уходили? Опять в мирское. Опять мирские цели, мирские ценности. Ну что, они религиозными стали? Да, они ходят в церковь. Да, может быть, они жертвуют. Да, они, может быть, поют. Да, может быть, они молятся. Но ты видишь, ни в песнях, ни в молитвах, ни в жертвах нету посвящения. И поэтому Писание всегда говорит, что обратите сердца ваши к Господу, чтобы на престоле сердца стоял кто? Христос. Чтобы было посвящение Ему всем сердцем, всей душою, всей крепостью, возлюби Его. И оно так, знаете, незаметно приходит. Приходит зона комфорта. Твой быт вроде бы как-то устраивается, все нормально, ты уже как-то уже живешь, уже даже нельзя сказать, ну, я спасенный, я верю в Иисуса Христа, я спасенный. Аминь. Я сейчас назову 6 состояний верующих и 7 благословений праведника. Я все сейчас назову. Я десятину плачу, все, смотри, в церковь даже хожу. Ну ты смотришь, а посвящения-то и нету. Посвящения нету. В Откровениях Господь говорит, вспомни, откуда ты не спал. Вспомни свою прежнюю любовь. Вспомни, когда ты в начале, когда пришел к Господу. Вспомни эти ощущения, вспомни и покайся. Вернись, остановись. Вернись опять к завету Божьему, вернись к видению Божьему, к желаниям Божьим и молись за желание Божие, чтобы через тебя потекли реки живой воды для проповедования, для исцеления народов, для освобождения, для разрушения дел дьявола во имя Иисуса Христа. Аминь. Первое – это видение. Какое видение в твоей жизни? Мы приходим в церковь, видение церкви. Я еще раз говорю, если церковь не желает всемирной евангелизации, нету смысла в этой церкви. Если горница не желает России проповедовать Евангелие, нету смысла в этой горнице. Если верующий не желает, чтобы воля Божия совершалась через его жизнь, нету смысла в его жизни. Все, о чем мы должны желать, это чтобы Божья воля совершалась в нас, через церковь, через нашу общину, по всей земле во имя Иисуса Христа. Аминь.
Что-то вы какие-то тихие, я что-то не понял. Я говорю, в мозг или в сердце ваше? Вы отклик есть, нет у вас внутри? Или придавливают? Быстрее бежать отсюда. А куда бежать? Какой, а? Желания. Какие желания человека, такое видение человека? Напишите. Желания, они определяют видение. И нас смотрят сейчас. Есть молодые новообращенные, они желают всемирной евангелизации, они проповедуют, они рилсы пишут. И они приедут сюда и встретятся с верующими, которые 20 лет уже в церковь, и скажут: мы тоже вначале так жаждали. Мы тоже вначале так же сумасшедше молились. Мы тоже так вот, знаете, безумные были Христа ради. Сейчас мы поумнели. Нет, вы потупели. Не поумнели, а потупели. Потому что если видения нету Божьего, желания нету Божьего, не называйте знание Библии мудростью. Мудрость – это когда у вас открываются духовные глаза. Мудрость – это когда вы начинаете смотреть на все духовным взглядом. С одним братом разговаривал, говорю: слушай, что-то я твою жену встретил, посмотрел на нее, и увидел огонек в глазах пропал. Работа или в доме семья, или еще что-то. Да, мы уже, говорит, не живем 2 недели. Проблема семейная. Посидели, поговорили, я говорю: дуй домой, живи дома. Какие бы проблемы ни было, ночевать надо дома. Ты должен понимать, что ты должен посвящен быть дому. Никакие трудности, конфликты не должны тебя кровать, чтобы была в другом доме. А знаете почему? Не потому, что посвящение дому ушло. Посвящение Богу уходит, и тогда Божьи ценности перестают быть Божьими ценностями для своего дома. Потому что мы кучу раз могли бы развестись. Но так как мы Богу пообещали, посвящены Богу, мы говорили: не моя воля, но твоя. И преодолевали свою гордость, свои раны, свою боль, свои плотские желания и сохраняли семью. Что-то слабенькое, аминь. Уйдет духовное желание, начнет рушиться все. И семья начнет рушиться, и жизнь твоя начнет рушиться. Потому что если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. А все начинается с чего? А начинается все только с одного. Перестань входить в церковь, перестань посвящать свою жизнь Богу, перестань молиться. Начни смотреть, что ты крутой, знаете, ты пришел чмошный, понимаешь ли, в Господе поднялся и тут начинал, стал великим в своих глазах. Такой, знаете, уже с пастором такой: я тебе, пастор, хочу тебе сказать, глаза на выход. Я говорю: смотри мне в глаза, что ты, блин, мне хочешь сказать? Я сейчас ни про кого не говорю сейчас. Не вычисляйте. Просто это и в моей жизни также происходит. Когда мы начинаем думать, как в книге Откровения, ты говоришь: я разбогател, я богат, ни в чем не имею нужды. Бог говорит: а я вижу тебя, ты наг, жалок, нищ. Почему? Если у тебя нету духовных желаний, не важно, что ты имеешь. Ты уже слепой, и ты уже раб лампы. Аминь. Поэтому первое – это видение. Второе – это духовные желания. Видение.
Видение относится к вашим целям, которые вы хотите достигнуть. Желание. Это в чем вы любите отдыхать? Духовные желания. Когда вам очень сложно, и в чем вы отдыхаете? Какие у вас желания? 58 глава Исаия написано: «Вот пост, который избрал я». И что написано? «Отвергни всякую там пустословие, все убери, это, войди в пост». Вы знаете, я гурман, я люблю вкусно готовить. Кто со мной это, знаком, знает, что я вкусно готовлю. Я однажды, вот горница была, я приготовил мясо или что-то, не помню. Ем, говорю, что-то невкусно. Все говорят: «Да ты что, пастор, очень вкусно». А я два кусочка съел. Фу. Нет, не получилось ей блюдо. А все остальные смели прямо так вот раз. Почему? Потому что когда ты там привык вот на таком уровне, я говорю: «Где у нас вкусно в ресторанах? Где, какие готовят?» Потому что куда не зайдешь, что-то нигде вкусно ничего не готовят. Ну, то есть... Мне говорят: «Вон там, 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 придешь, все». Ну, знаете что? Однажды я 5 дней в посту был. Ничего не ел. И знаете, мне все вкусное было. Все вкусно. Знаете почему? Потому что плоть пресыщается. И вкусовые рецепты притупляются. Почему люди жаждут энкаутера? Кто-то жаждет энкаутера, вот знаете, там, ну, первый раз, там, ладно, от бесов, это ладно, хорошо. Но очень чаще, вот когда с женой мы разговариваем, и чаще, кто часто ходит на энкаутер, они ходят чаще всего на третий день, когда наполнение Духом Святым происходит, когда прославление, все там, ручейки, все, шарабараба, кирамама, сатарамаки, там все начинает, вау. И такие приходишь, так, и они все такие наполненные, все. А почему? На энкаутерах такое чудо, все там, какой-то чудо-проповедник. Нет, друзья. За энкаутер вы поститесь 3 дня, вы платите жертву, вы отключаете телефон, вы на 3 дня сосредотачиваетесь только на Боге, на Его Слове, вы начинаете искать Его, и ищем, Бог воздает. А почему так не жить постоянно? Почему мы должны только с энкаутера на энкаутер? Почему жить, ну, так вот? Ну, я понимаю, что понятно, что как, я же не могу не есть там целыми днями, нет. Я сейчас не говорю, я, знаете, хочу весь, не вопрос еды. Загоните свой разум в пост. Хотя бы на 30 дней. Вот загоните свой разум в пост, как в Исаии 58 главе. Перестаньте критиковать, думать о мирском, пустословить, осуждать, клеветать. Перестаньте, вот загоните свой разум в пост на 30 дней. Уберите телевизор, уберите вот эти игры ваши, вот, уберите. Знаете, что вы начнете? Вы почувствуете, как вы вздыхаете. Вы реально почувствуете, что вы вздыхаете. У детей истерика начнется, если вы телефон за них заберете. Вы почувствуете, что вы реально вздыхаете. Почему? Потому что источник жизни не хлебом единым в жизнь человек, но словом исходящим. И если источник жизни душевный, убери душевное, и ты поймешь, что... Почему духовное-то не двигается? Да потому что душевные вещи, желание плоти, желание души поставили преграду для течения Духа Божьего в твоей жизни. Вот и все. И поэтому плотину, чтобы прорвалась, надо что-то убрать. И что мы всегда, постоянно это... Ну, как говорится,
в Исаии 58 глава, не буду ее открывать, прочитайте ее. Написано: «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое возрастет, и слава Господня будет сопровождать тебя, если ты удалишь от себя обычные свои дела и перестанешь пустословить». Вот что. Можно говорить во сколько угодно, что такое соблюдение границ, что такое дружить. На самом деле, что здесь, то упадет сюда, и то откроется вот тут. Аминь. Будешь наполняться Словом Божьим, однажды уста будут говорить Слово Божье. Вот возьми, вот просто вот домашнее задание. Загони, ладно, не на 30 дней, хотя бы на неделю загони. Загони свой разум в пост от мирского, чтобы ожилось духовное. Загони свой разум в пост. Замени телевизор проповедями, Словом Божьим. Радио, пусть прославление звучит, пусть это аудиобиблия, это самое, говорит тебе. Замени это. Потому что я вам скажу, что хорошо верить в моей веру, верить в сильного человека. Как мне жена на этой неделе сказала: «Андрей, можешь ты верить за меня?» Я говорю: «Ну, как бы я уже верю, но я понимаю, что тебе надо уже за себя верить. И церкви надо уже жить верою не пастора, а своей верою. Праведник своей верою жив будет». И поэтому надо просто себя загнать в поиски Бога. Не то, что там Бог почему или еще что-то. В какую реку ты ныряешь? Река Слова Божия, река Духа. Родятся видения и желания Божьи. И заметишь такой момент. Когда я показывался, мне такие вещи люди говорили. Ну, пастор сказал, говорит: «Сколько ты можешь проповедей прослушать за раз?» Я говорю: «Ну, одну, на второй засыпаю». «А сколько сериалов можешь за раз посмотреть?» «Да весь день могу смотреть сериал. Не устаю». Вот и все, вот он весь ответ. Вот и весь ответ. Приведи себя в такой момент, сказать: «Пока я не буду наслаждаться словом, проповедями, христианскими фильмами, вот этим все, пока вот это не станет источником моей жизни». Вы знаете, у вас у всех есть фон. Фон, в котором вы живете. Информационный фон. Фон вашей в башке, фон вашей, который создает ваше телевидение, фон вашего общения, все едят фон, и это показывает ваш источник. Поэтому самая большая борьба идет, борьба с плотью. Галатам 5 глава написано: «Живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном». Помышления плотские есть суть грех и смерть. Евреям 10 глава давайте откроем. Можно еще то самое, может быть, даже на этот вывести. Евреям 10 глава. Вот, смотрите, 20 стиха, ну давайте, 21. «Имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водою чистую. Будем держаться исповедания, упования неуклонное, ибо верен обещавшим. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай,
Но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваем те приближения дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Представляете, о чем это говорит жертва за грех? Выше стих написано, что не будем оставлять собрание. Понимаете, духовная слепота от чего приходит? Я в церковь не буду ходить. Я могу быть верующим и в церковь не ходить. Вот это уже вот знаете, ты в церковь не ходишь. Почему? Да потому что все, ты ослеп. И сила у тебя покинула, потому что силу, которую ты получил, из церкви. И Иисус, Он церковь созидает. Иисус есть глава церкви. И первая слепота признана, первая духовная слепота, это человеку нет желания идти в церковь совершать богослужение. Что Иисус, дьявол делал, когда искушал Иисуса? Вот смотри, все царства мира, поклонись мне и дам тебе. Он говорит, что сказал? Бог Господу Богу поклоняйся, ему одному служи. Где поклонение Богу идет? В церкви. Что не ведет тебя в церковь? Плотские желания. Плотские желания, говорят тебе, не надо в церковь. Духовный человек бежит в церковь. Религиозный человек, плоской человек, уже говорит, могу быть верующим и не быть в церкви. Не будем оставлять собрание, это уже духовная слепота. Я сейчас это говорю не потому, что я хочу, чтобы вы всегда ходили в церковь. Я говорю, потому что так говорит Писание. Поэтому ропот, сплетни, недовольство, критика, оно исходит от душевного, плотского христианина. Но плод духа – любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера, на таковых нет закона. И я вам просто даю кафедральное задание на неделю. Следи за своим, что там, помелом, нет, как я говорил это, нет, жернова, мелишь. Следи за тем, что ты мелешь. Скажи своему соседу, на неделю следи за тем, что ты мелешь. Можно даже пробовать так назвать. Следи за тем, что ты мелешь. Это сила посвящения. Сила посвящения – это когда ты принимаешь решение посвятить себя Господу, посвятить Его воле. И знаете, от чего посвящение происходит? Посвящение, оно идет, и опять же говорю, от молитвы. Вот именно от молитвы. Потому что, как я в прошлый раз говорил, так и сейчас говорю. Ничего себе, я сколько у вас времени забрал. Когда разжевываю, я что-то больше проповедую. Вы не устали? Кто хочет идти, валите. Я галочку поставлю. Итак, заканчивая проповедь, я хотел, чтобы вы просто поняли эту вещь. Ваше посвящение откроет в вас источник. И если вы хотите иметь свой источник, войдите в пост. Я сейчас не говорю про это. Про голодовку. Хлеб. Не хлебом единым в жизнь Слова Божия. Постарайся максимально думать о духовном и с духовной точки зрения на все эти вещи. Загони свой разум в пост. Перестань молоть, осуждать, критиковать, быть недовольным. Ищи Божьего, слушай Божьего. И Бог да благословит. Иисус есть Христос. Аминь. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за сегодняшний день, за это слово. Дай нам, Господь, с этим словом прожить
всю неделю. Пусть Господь расторгнутся вся узы ярма, пусть уйдет все дела плоти, пусть плотина плотских желаний, плотского видения будет разрушена, пусть из чрева нашего потекут реки живой воды. Сделай нас духовно сильными людьми, сделай нас людьми, которые будут исполнены Словом Божьим, ведением Божьим. Открой нам духовные глаза, уши, дай нам духовных желаний, Господь, чтобы, Господь, у нас обновилось посвящение. Господь, убери, Господь, от нас слепоту нашу, очисти нас, Господь, от всякого беззакония нашего и обнови нас в своем слове, в своем духом. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.